В результате крушения Боинга 737 на Кубе, по предварительным данным, погиб 101 человек. Трое пассажиров остались в живых. В критическом состоянии они были доставлены в больницу, об этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудника местной клиники. Напомню, накануне недалеко от аэропорта Гаваны рухнул самолет, он выполнял внутренний рейс. Боинг упал на автостраду через несколько минут буквально после взлета. По данным украинского МИДа, наших соотечественников на борту этого самолета не было. Причины авиакатастрофы сейчас выясняют специалисты.